Застрял по глупости, запал на кокетку, поддался и запер себя конкретно в клетку. Вся эта шкня повторяется с самой юности. Дилемма — яйцо или курица, не глупости. Что должно быть и сделал самым первым? Вопрос напрягает воспаленные нервы. Ты сложная личность, она сказала, довольно высокого эмоционального шквала. Увлекся симпатичной и зацепила. Соблазнился на то, что она во мне ценила. За такой сценарий можно было все отдать. Не стыдно эту роль играть. Не стыдно эту роль играть. Душу марать. Или дела вперед, вот дилемма. В голове как гвоздь, червоточина, экзема. Вся эта шкня тянется с самой юности, как дилемма яйца и курицы, и все глупости. Ты сложная личность, она прошептала, дам эмоционального накала, дам эмоционального накала.